Хабаровске продолжается строительство гидрозащитного сооружения, которое оградит от наводнений прибрежную территорию города. По данным Министерства природных ресурсов края, все работы идут по графику. Дамба технически готова на 51%. Как сообщил начальник отдела водных ресурсов Константин Третьяков, на объекте отсыпано 90% всего объема песка, 92% камня и 83% щебня. Смонтировано около 60% железобетонных плит. Продолжается переустройство сетей водоснабжения. Завершение строительства объекта намечено на конец 2018 года. В 2017 году подрядчик начнет возведение судопропускного сооружения. Оно должно появиться в районе Затона со стороны улицы Запарина. В текущем году на строительство дамбы направлено около 400 миллионов рублей из федерального бюджета и 51 миллион рублей из краевого. Добавим, что всего до 2020 года в 11 населенных пунктах Хабаровского края планируется возвести 12 гидрозащитных сооружений общей протяженностью 82 километра. Стоимость объектов оценивается в 15,5 миллиардов рублей.